Всем здорово, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Димка, Донька, Кустик, а мы продолжаем играть GTA 5 и рубрика «Прыжки в высоту». Кукосики! Всем привет-привет. Ребята, на прошлом ролике мы собрали аж 2000 лайков, спасибо вам огромнейшее. Давайте на этом ролике попробуем собрать уже 3000 лайков, я очень надеюсь, что получится. И не забудь подписаться, скоро ведь миллиончик. Да, ребята, вы просили, спрашивали, где же Кустик, куда он делся, ребята. А он с нами, у него также есть свой канал, ссылочка будет в описании, поддержите, подпишитесь, вот. А, никуда он не уходил, в принципе, только болеет, честно говоря, короны заразили его, там кто-то. Поэтому, ребята, реально напишите хэштег «выздоравливай», чтобы он скорее выздоровился. Да, пишите, кстати, кто переболел, кто уже заразился или кто заразится. В общем-то, пишите комментарии, да, почитаем. Ну да, в течение часа поотвечаю на вас. Если кто там, не знаю, умеет смотреть следующий и будущий день. Кто заразится, пишите. Да я понял. Ай, ладно. Короче, ребята, суть проста. У нас как бы прыжок, спавним случайные машины, надо прыгнуть как можно выше. Баллы суммируем, кто победит в конце, уже по количеству баллов мы поймем. А также, ребята, подпишитесь на канал. Давайте наберем много-много лайков для того, чтобы вышло новая серия. 3000 минимум. Давай, я тебя жду. Что? Это, короче, какая-то... Кто заболел, кто переболел, кто болеет, кто планирует заболеть. Да-да-да-да-да. Ну так получилось, так выразился. Короче, у меня выпала первая тачка, это Pontiac, у вас получается RX-8, и у Куста непонятно что, это, по-моему, даже обычная, да? Или, да, это GTA-шная вроде. Да, это GTA-шная, можешь ее удалять, поэтому, да, по новой переспавни другую. Гонишь, никто не гонит. О, у него, кстати, лимузин, нихрен. А что ты его удалил, это считался вообще-то? Ну ладно, пускай будет McLaren, но лимузин было бы прикольно посмотреть, насколько он вообще хорош. Ладно, погнали. Что такое? Что это? Я не услышался. Ладно, короче, я уже прыгнул. Я просто не услышал, я переслушаю на монтаже, поржу. Иногда такое бывает, да, но... Надо либо вас добавить, но я 170 прыгнул всего лишь. Нет, зачем? Нет, зачем? Ну да, натуре. Кстати говоря, у нас прокачка стоит, поэтому зачем ставить нитро? Так, слушай, а где у тебя, Иванек, по итогу? 3.25, нифига, у меня 170 получается, 3.25, только никакое, ну, просто как бы Ctrl максимум можешь прожать, максимум, ну и то не особо влияет, как я заметил. Так, и у тебя получается, ну-ка, чё? Ctrl? Чё, что такое? А, shift, извиняюсь, да, shift. 175, да, ребята? Что вы ржете, блин, столько пишем, работаем, много всего. Голова кипит, но зато, ребята, я думаю, будет прикольный ролик, поэтому обязательно ставьте лайки. 3000, я напоминаю, будет. Говорит, ну ты Ctrl прожми. Чё назначает, да, 3, надо его прожимать. Ай, блин, 3000 в одном серии, все. О, чит, чё? А он не летающий, слава богу. Так, подожди, коллизия, ой, ай, ой, ай. Так, а кто, получается... Не знаю, что за новая Камри, я знаю то, что у Ванька 3 тачки, у нас с Кустом по 2. И у меня пока что Феррари, непонятно, что вторая. Да, пока 2. Так, Ага, вторая. О! Это не та ломба, сила. Пацаны, ну, мне в окна тоже несли. Неплохая. А мы продолжаем, поехали. А, стоп, подожди, я запись вообще включил. Да, все, я все включил. Я все включил. Поехали. Эй, ладно, короче, на самом деле... вообще, да, прям жестко. На самом деле, я только лишь 450, 500 разогнал. Ю-у-у! 545, новый экстра балл, держу пацаны. Ctrl, а, держу. Ё-ху-ху-ху! 400 плюс. Да, ё-моё. 415, грубо говоря. Отлично. Тоже, кто там второй прыгнул? У него... 230. У кого? Чувствую. У тебя, как будто тебя это немножко рябило. Рябило что-то непонятное. От Куста? От Куста или от меня? От меня? Тебя, да. Не знаю, не должно было, вроде нормально все было. Оборудование от Юрца. Должно было быть нормально все, а там не знаю. Так, ну а что у тебя получилось? 395, да, получается у тебя? А что, ну, да. Я не посмотрел, а уже просто... А, 365 получается. А, Куст, я тебя видел, куда ты прыгнул, а у меня, получается, было выше всех 415, новый экстра балл, и это, ребята, понятно, говорит о том, что 3 тачки исполнил, а вы по 2. Ну, просто это, заспамил себя, как говорится, обманул, заскамил мамонта, все. Понятно с вами. Ламонта кого? Ламонта? У вас. Ламонта, мамонта, говорю. Кто такой ламонт? Раз. И третья. О! А что это? Да хорош, Куст, врезаться в меня.
Деритесь, пожалуйста. Эй, короче, я выбрал вот эту тачку, в принципе. Мы готовы. О, минус куст. Я отомстил за тебя, братка. Отомстил и это уничтожил. Унизил. Во, унизил. Натуре. Унизил, да? Да, он где-то внизу, понял, он под нами. Придумал? Что? Выдумал. Выдумал? Ну-ну. 380 при этом у меня. Че у вас там по скорости? О! Это что было? Я не успел оглянуться, ты просто оглянулась, не оглянулась ли она, чтобы оглянуться, не оглянулся ли я. 150. Сколько у тебя? 320. 320? А, жесть просто. И 175 у куста, ребята. Ну а что же, я напоминаю то, что баллы все суммируются, все баллы вы видите на ваших экранах. Я очень надеюсь, что я выиграл. Вот, поехали дальше. Ну, уже? Такси Марсель. Не-не-не, еще играем. Такси Марсель, кстати говоря, я на этом хот-роде ни разу не прыгал, поэтому, ребят, давайте-ка попробуем. Почему бы нет? Мне каждый раз. Ты реально решил на КамАЗе покататься? Серьезно, что ли? Ты издеваешься? Понимаю. Так, ладно, у тебя получается BMW. Да, куст, как всегда, куст. Три. Понятно. Два. Один. А, один точка кипения. Я думал, будет точка кипения. Я думал, сейчас Ванёк как бомбанет, уже готов был служить. Я в процессе, я работаю над этим. 320 я разогнал по итогу. У куста КамАЗ выше, чем мой хот-род полетел. Что это? 140 будет? Выплюнул? Да, выплюнуло. 140 получается. А, сколько у тебя? 285? Каких 380? Ты издеваешься? У меня же М3 летающая, да-да-да. А-а-а, сильно, понимаю. Понимаю. Не, ну вообще так-то издеваешься, потому что у тебя куча сейчас было раундов с хорошими тачками. McLaren P1 GTR я, получается, получил. А Вигена, кстати, два суперкара каких-то прикольненьких. А у вас там что? А ну-ка, показывайте. О, он же летающий вроде. Кабанесса, да, а куст прячется, понял. Куст испугался нас. Да, пока. Поехали, ребята. Сейчас он прячется. Ну да, обычно не только в нем прячутся, а еще это, ну, сами понимаете. Да, 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 ходят покажи, кустики. Покажи. 440. Зачем показывать? У нас это, детский контент, такой нельзя показывать. Ага. 210. А, нету, 205 у меня получается. Димона. Серьезно? Че у вас там? 370. Каких 370? Я. Ну, у меня кабанес же. А у тебя сколько. Кабанчиком поскакал. 250. Да вы издеваетесь, блин? Ладно, окей, да. Хорошо, баллы мы записали, да, переходим на следующий раунд. Пока что снова у меня две тачки, у вас по три. Точнее, у Ванька по три. И ты как бы четыре раунда подряд уже выиграл. Мне не надоело, а? Ламба. Я по три. Да, да, да. Это та самая летающая быстрая BMW, которая должна, по идее, охренительно выпрыгнуть. Вот как бы. По идее, прикольненький краун. Краун? Ну давай попробуем, отлично. Ты что берешь? Мерс, Ламбу, Ламбу, Мерс. Я понял, не адекватный. Поехали. Поехали, короче. В смысле, вообще-то там Ванёк был, а не я. Догони для начала меня тогда уж. Пенёк? Какой пенёк? Ну, Ванёк. Я вышел выше, короче, пацаны. 470 было. Кто там ща-то вышел? Догони. Ема. Ну, у меня летает уже машина. Ну, Дима, у тебя машина уже летает. Ема. По его словам. Ема. Ниже будь. Да, отлично. У меня получается сколько? Блин. Я прям видел, как ты рядом приближался 375. Ко мне. У меня 385, а у тебя 375. На 10 баллов, да, все-таки 190. Дальше. Понимаю, ладно. Давайте поехали дальше. Три тачки у меня. Две у вас. Это не считается. О, Аперто! Где? Не было Аперто. И Хашкалай! Что? Рюкашкой. Хачкалай. Качкалей. Алалей-лей-лей. Не, на самом деле я просто это, чё, Куст же постоянно везунчик, новичок у нас, поэтому я очень рад тому, что у нас пока что хорошие тачки. Чё, тебе надо? Не, до свидания. Да-да-да-да, конечно. Пытался заскавить меня. Да-да. Конечно, да. В натуре. К Юрсу. 550. Ну... По итогу. Интересно, любопытненько. Я, конечно, все понимаю, но то, что 900. У Ванька каждый раунд какие-то летающие тачки, меня вообще напрягает жестко, сильно. Где, скажи мне? А у меня 390 я. 380! Что? Мы с тобой уже третий раз подряд, или второй раз подряд одинаково прыгаем. Сколько тебе там было куст? 450. Ты куда прилетел? Ладно, 325.
Я уже значит, 50, я смотрю, думаю, где-то есть вообще скамщик. А, да, 25. Понятно, окей, хорошо. Машины. Ладно, я в любом случае тоже 3 тачки спавню, а вы, получается, по 2. Давайте, погнали. Давай. Опа, это что такое? Это новая какая-то прикольненькая тачка. Я забыл о ней. А вот так вот сделаем, и, короче, все отлично. У кого? А, это не чит, слава богу. Но она не особо вроде не тачит. У меня есть хороший вот такой вот Мерседес. Так, у меня еще 3 тачка. Дофига, поэтому... А, поля, что брать? Так, у Бентли 234, это мы точно брать не будем. Тебе показалось. О, вот эта тачка тоже хорошая по скорости. Погнали, короче, пусть напробуем. Она там хорошая, но по факту ничего не летает. Не, ну на самом деле ты посмотри на нее. DS34. Альфа Ромео. Тормози! Вот пес. Ой, скорость потерялась сильно. Сколько? Как-то жестко. Сильно потеряла скорость. А, меня куст вырезал! Давайте перепрыгнем все дружно, потому что... Давайте перепрыгнем, реально, у меня было 205, по итогу, я не знаю, куст, ты как так-то прыгнул? У тебя она сама полетела или под нитром просто? Нас срезал. Просто, вот смотри. Серьезно? Какая скорость была? А, 550 это. Чего? Понимаю, у меня было еще 205. А у него Мерс какой-то новенький, старенький. Старо-новый. Старомодный. Просто определишь, какой. И тот, и другой. Ну, а я и так, кстати, прыгнул на 205, 300. Как и в предыдущий раз, 205, как бы, ну, ничего 95. Нового. У кого? 300. У кого 295? У Кусика 300. Идите вы, слышите, находитесь там, а я пока буду спавнить себе 2 тачки. Да, потому что мне не нравится то, что я опять проигрываю. Ладно, погнали, первая, вторая, и что у меня по итогу то, а это что? Она. А, ну такое. Пивас? Невас? Нива это жестко. Пивас? Нива это жестко. Это та, Урбан? Посмотри, это если Урбан, это жестко. Да ладно, понимаю. Так, у тебя БМХ, ну, нет, такой себе. У меня тоже супра точно такой же себе. Но так, ну, Урбан все хорошо полетит, кстати говоря. Дайте ради прикола возьму вообще финик. Финик? Ну, попробуй. Не, на самом деле, конечно, куст ну, сейчас что, отставал, 700, но мне кажется, он быстро догонит нас с такими-то тачками. 395 у меня было. Она вверх 400 едет, летит точнее. Едет? Дима, ну, жестко. Короче, чтобы вы понимали, у меня сейчас... 170 у меня. Нифига себе, Диман рекорд поставил. У меня, так, у меня сколько? 605. 100... Сколько? 605. Что? Что, блин? Она вверх 400 летела, просто... Не да ну нахер. Да, реально, вот он 605 стоит, это новый экстрабал. Возьми руль, возьми руль. Урбан? Да, мы верим, верим, он-то летал, но просто типа капец. 605. Ему чуть-чуть осталось, да, как раз таки концовочки. Понимаю, ребята, тупо завезло. Тупо. Ты прикинь, сколько он сейчас вперед вырвался на топовой позиции-то? Слишком, да. Максимально жестко, да. Так, ладно, хорошо, спаним следующие тачки тогда, смотрим. Пацаны, не могу удержаться. Мне выпало... Что, блин? Что тебе выпало? Щит Бугатти? Чё? Она никогда в жизни мне не падала здесь. Стоп, подожди, смотрю. Да, это щит Бугатти выпало! Это жёстко, реально. Это щит Бугатти выпало! Это самая летающая тачка на проекте у нас, ребята. Ну, посмотрим, попробуем, как минимум. Это просто жесть. Тупо с рандома выпало щит Бугатти. Я понял. Я даже ради этого, я 1000 раз это сделаю, но, ребята, я прыгну сегодня на этом прыжке. Я думаю, каждый из вас этого давно ждал. Я, наверное, которую серию подряд говорил, когда же она выпадет. Не, я не ждал. Я не ждал. Я тоже не ждал. Типа. Я думаю, не надо. Кто он такой? Да ёма, опять ударился. Не-не-не, пацаны, пацаны, Бугатти это наш лучший друг, как говорится. Сколько тебе? 375, говоришь? Сколько? Я еще не прыгнул. Сколько у вас? 5-6-5. 345. Да я не могу прыгнуть, у нее слишком сколько большая скорость, понял. Я выпрыгнул! Юху! Блин, я врезался! Ай-яй-яй, я перепрыгнул. Я выпрыгнул, и я полетел очень ужасно плохо, потому что что-то как-то... Ладно, я не мог, во-первых, разогнаться. Мастер-класс, я поехали, лечу, пока. Во-первых, не мог лечу. Разогнаться, но при этом у меня сколько здесь вообще? 400? Сколько? А, ты сколько летишь? Да. А ты смог выпрыгнуть? Я тебя скопировал тачку? 530. Ну, видимо, оно тебе не зацепилось. А ну-ка, Ванюка, если ты прыгнешь, попробуешь. Сейчас выберем самый лучший вариант, короче, и оставим его, я думаю, да, мне в копилочку. Давай, давай, я жду. Не, ну, как минимум, она, я точно знаю, должна на 800 прыгнуть, потому что сама Бугатти, самая прыгающая, просто цепляется постоянно. Навелся? Йо, это кто полетел? Я. А что ты сделал? Просто полетел. О, нихера себе полетел. Что? Все, поймал. I believe I can fly. А где ты? 775, ну не, ребята, это как бы не мой прыжок. А как ты прыгнул, я не понимаю. Она меня просто цеплялась постоянно. Я вот не понял. Получилось, как-то вот. Ладно, ребята, короче, самый лучший вариант прыжка на Бугатти это 775 от Ванька, грубо говоря. Я прыгал, у меня было максимум там 400, потом 500 максимум, да. Там еще и у куста что-то было. Короче, ладно, окей, идем далее.
Так, ламба, три тачки у меня. Да, я делаю, конечно. Это да. Гелик. Но... Ну, потому что тачка-то моя была, поэтому как бы... И чё? Как где? Бы... Где она? Как где бы... Она да, она там где-то 775 осталось. Куст, ты заколебал. У него своя атмосфера, как говорится. Так, ладно, а можно ещё чем-нибудь? Ага. Лёха. Европейская атмосфера. Натуре. Украинцы и Европа. Ладно, короче, поехали далее. Европа. И, наверное, готовы, все, поехали. Смотри, сколько он насрал, сколько зеленых тачек сзади. Сразу видно, куст нами пишет. Смотришь, как он срет. Я просто посмотрел на сколько тачек было. Когда кота завел себе. Ой, блин. Ой, жесть. Он насрал. Я, конечно, все понимаю, но, пацаны, я не понимаю того, 185. Да кого, блин? Да за шо мне? Ну, вроде бы Винена же было. Понимаю. Ладно, окей, 250 у кого там, у Ванька получается, да? Ладно, три тачки твоих, а у меня получается с кустом по две. И у нас предпоследний раунд, друзья. Так, первая, вторая и... серия заканчивается, поставьте лайк, что ли. Мне на канал. Как минимум мне точно 3000, ребята, и мы спишем, мы запишем еще этот ролик с кустом там, или с Юрцом, или еще с кем-то. Поэтому погнали! Чё? Его с нами едет. Что? Ты тоже это видел? Я думал, это куст невидимый. Это куст, я понял. Блин, это жестко, прикольно. Ладно, 505 у меня, получается, было. Видишь куст? А, его нет. Что ли, куст? 200, 300... 300 у меня, получается, было. Что? 200, 300. У вас что? Вижу, Ванька 210. Это как в том видосе. С вас 5422 рубля. Да, да. Куст, я не знаю, сколько у тебя было, я тебя не нашел. Что там у тебя было? Скажи хотя бы для баллов. А, реально? Не нашел. Я не видел тебя, да, ну ладно. 245, принял, окей. Последний раунд, ребята, три тачки у меня, у вас по две. Спауним, смотрим, прыгаем. Расходимся и отдыхаем. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. А сколько я машин делаю? Я не знаю, сколько ты делаешь, но... Я жду, пока кто-то прыгнет. В смысле, я уже тебя отметил. Че, мне на тебя постоянно смотреть, что ли? А я был дальше, да? Я же был дальше. Не, я был дальше, у меня там было за 300 плюс. Нет, не, ты был дальше. Я был дальше, у меня три тачки, у вас по две. Ладно, так, пацаны, что, это рояль? Я понимаю. Рояль? Серьезно, ты издеваешься? Да, это пианино, братан, поехали. А лимузин сразу. Против... Ай-яй-яй-яй-яй, ты дурной, что ли, пропердолил? А так надо предупреждать, как минимум, я не был готов. Братан, я когда пердолю, не предупреждаю. Ай, блин. Я вообще ничего резать не буду. Хрень, алло. Это был куст. Зеленый. Понял. Зеленый. Зеленый. Ой, блин. 185, пацаны, все, я готов. Сколько у вас там? Я закончил. Не, у меня 185 было, у вас что? Сядьте ко мне в машину, Диман, сядь ко мне в машину. Давай, окей. Понял, у тебя что-то было сколько? 5. 135, окей, поехали, куст, я у тебя. Поехали, а что ты такой зеленый? Ты светишься весь? Прикольно. Я знаю, молодой, потому что... Как сучащийся этот? Ёп, ёп, ёп. Летим, летим, братка. Посмотри, как летит его тачка. О, нихера себе, люто. Вообще жесть. Жопой своей сел, немножко... Ну, а ты как хотел? Мне же надо выиграть как минимум. Ну, типа 500 это до хрена практически. Ну, 495 это очень хорошо, ребята. И на такой заключительной веселой ноте мы заканчиваем. Спасибо всем огромное за просмотр. Если опять же таки понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пока.